Уверен, что потянешь? Уверен. Есть тема. Проверено. Это оно? Оно. Точно? Ты уверен? Уверен. Инфосотка. Смотри. Мы здесь. Две тектонические плиты. Вот линия разлома. Ну, энергия накапливалась, понимаешь? А если это 5-6 баллов? Или как в январе? Нет, нейросеть высчитывает вероятность. Помнишь, зимой мы о землетрясении первый узнали? Сегодня толчок был 9 минут первого. И второй тоже 10 секунд длился по времени. Прям как написано. Это оно. И нам не нужно возвращать. Жанна, это наши деньги. Еще б недельку здесь пожить. Знаешь, только у нас таких квартир будет. Горят свет, газ. Какая разница? Тихо, соседи выбегают. Соседи выбегают? Подожди, надо позвонить. Панику не будем наводить? У нас всего 40 минут. Прикрой чем-нибудь. Доброе утро. Здрасте. Заводи таймер на 36 минут. Самый мощный толчок. Почти 9 баллов. Слушай, это же весь город под землю идет. Почти 2 миллиона человек. А те, кто под завалами... Сумка. Где сумка? Здесь ты про какую? Да про спортивную, про какую еще? Блин, с долларами! Я думала, ты ее взял! Блин. Ну ладно, уже больше половины мы уже потратили. Отвечаю, верну себя вдвое, втрое раз больше. Через 72 часа. Разворачиваемся. 20 минут осталось, Кайрат. Успеем. Да быстро. И что это было? Авторшок.